Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Дин, на каком мы канале? Да, и сегодня у нас челлендж «Попробуй не засмеяться». Может быть, это достаточно банальная штука, но мы тоже хотим на себя проверить. Вот, проигравший, соответственно, будет ходить вместо того, чтобы разговаривать целый день, будет тупо улыбаться. Ну и проигрывает тот, кто больше раз засмеется на видео. Ну что, поехали? Мы будем считать? Следить. Я буду за тобой следить. Это следи за мной. Ну, поводи. Почему нет? Поехали. Нет, смотри видео про собачку. Один-один. Где Денис Киска? Два-два, ты должен съесть. Так, 3-2 я веду. Перестань! 4-3, папа, перекинешь больше. 4-3. Вот это что-то грустно, да? Ого. Ничего себе. Спайдермен. Поехать, не пройти. Она еще в руках идет. Мне кажется, это был у Макса. Такого я еще реально не видел. Где ты был как? Ты улыбался? Нет. Ты улыбаешься. Ну, я 4. А не важно. Денечка, смотри, там дядя летал. Ух ты, птички. Это прям как день убегал на море. Под харпас какой-то, под хардкор какой-то убегает. Путин его мог? Ничего себе. По-моему, у кого-то камбук застрял. Ты улыбаешься? Ну! Ты 4. Десять. Ты, наверное, смотрел на кадровую, не знаю. Попугайчик. Рандомный ролик взял вообще на обум. Нет, это бобры. Бобрики, смотри. Дружит. У одного груз. Как с такого можешь смеяться, да? У него печаль. Мимо. Походу. А-а-а! Прикольно. Там что-то водички есть? Просто вода. Не смешно. Мне показалось, что сначала было смешнее. А это наша дума, наверное. Ну ладно, ничего. Ну, люди отвечают. А вот этот перец еще, по-моему, прыгал с моста и подскальзывался и падал в воду. Видел, нет? Это больно. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Санок накаляется. Не прыгал, корочки. Дин, тебе нравится барбосик? Проверяю тебя. Кролик. Терминатор. А помнишь жидкие во второй части? А, ну похоже. Клинички дерутся. Ты
качественного алкоголя. И что, он был за рулем? О, нормально, он съел трубку. Ой. Вот это было больно, наверное. Семь четыре. Ты тоже смеял? А, 7-5, да, 7-5. Ну, ты когда смеешься, ты слишком смешно смеешься. Ну, а что поделать? У нас тут не было условий, что... Где это я? Это запикаем. 9-6, мама. Я проиграла, что-то у меня это... Я так вам приложили сугроб. Жу. До свидули. Дули-дули. Короче, мам, мне кажется, 10-7. Папа в этот раз wins. Мамы луз. Ну, вот, поскольку мама проиграла челлендж, теперь мы когда задаем вопросы, мама должна глупо улыбаться. Вместо того, чтобы отвечать. Да, мама? Как-то отвратительно улыбается. И спроси что-нибудь у мамы. Как дела? Спроси у мамы. Как дела? Ну вот. Наказание на целый день. Ну а с вами был канал Baby Go. У нас впереди еще много прикольных челленджей. Так что подписывайтесь, ставьте нам пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Самый первый... Ну ты знаешь, где он находится. Вот смотри, где подписаться. Вот он, колокольчик. Цифра 1. До новых встреч. Пока. Друзья, ну еще, как мы говорили вам ранее, теперь вы можете писать в комментариях предложение о том, какое наказание ждет проигравшего. Мы выберем лучшее, и проигравший будет исполнять его в следующем челлендже. И так будет у нас постоянно. Всем peace.